70 юных Косбег съехались в область ЖТСУ на 14-й республиканский чемпионат по охоте с ловчими птицами. Вместе со своими питомцами они прибыли из 11 регионов страны. Возрастная категория участников от 8 до 21 года. Гульнар Жантасова побывала на одном из самых зрелищных турниров и расскажет про подробности. Соревнования продлятся 3 дня. За это время кузбеги должны продемонстрировать все свое мастерство работы с ловчей птицей. А это свободный полет и возвращение ее к руке хозяина. Шаргат арту и охота на добычу. Так и определится лучший. Турсунтай Токтасынулы с 14 лет занимается охотой с беркутом. Сейчас Ахсакал приобщает к этому ремеслу и внуков. Двое из них принимают участие в этом турнире. Ремесло кузбеги в нашей семье переходит из поколения в поколение. Это традиция, и она должна сохраняться. Беркут – священная птица, и воспитывать ее нужно с чистой душой. Поэтому я стараюсь привить моим внукам любовь и уважение к ней, к природе. А главное – жить в гармонии с окружающим миром. Алгазиз Галымбекулы – один из тех, кто в первом этапе соревнований показал лучший результат. 13-летний талдыкурганец участвует в состязаниях впервые и надеется на победу. Я рад, что моя птица показала сегодня хороший результат. Но чтобы она могла участвовать в таких сложных состязаниях, надо много трудиться, тренироваться, постоянно работать с беркутом. Охота с беркутом для нашего народа имеет историю в несколько тысяч лет. Не менее ценным для казахов является и промысел с соколами и ястребами. В этих состязаниях их участвует больше 20. 12-летняя охотница с соколом Динара Самгат из восточного Казахстана, кузбегі в 7-м поколении. Я стараюсь соответствовать многолетней традиции нашей семьи. Охотиться с хищной птицей меня учит отец. Я выбрала соколиную охоту. Она тоже не менее захватывающая. И многому учишься рядом с ловчей птицей. Главное, нужно взаимопонимание между соколом и его хозяином. В этом году в регионе основана Федерация Беркутчи ЖТСУ Саят Шалара. В нее вошли 20 кузбега. Сейчас перед объединением профессиональных охотников с птицами стоит немало задач. Главное из них – приобщать молодежь к национальным видам спорта. Кроме популяризации охоты с ловчими птицами, сейчас основной целью является возрождение казахской породы борзых – таза. Здесь предстоит и селекционная работа, и их спортивная подготовка к турнирам разного масштаба. Буквально через неделю в области ЖТСУ пройдут состязания по охоте с казахскими борзыми таза. Ну а осенью планируется провести фестиваль «Салбурын». Организаторы уверены, что по зрелищности он значительно превзойдет остальные. Гульнар Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Хабар 24, область ЖТСУ.